а тех, кто создает стандарты и контролирует их. Вообще, менеджеры по качеству востребованы в любой отрасли: производства пищевых продуктов и транспорта, образование, медицина. Где и как обучают премудростям этого непростого дела? И сложно ли потом найти работу? Кафедра очень необходима, потому что наши специалисты их буквально рвут с руками и ногами. Новый выпуск программы «Качество» смотрите 14 апреля в 20:00 на Национальном телевидении «Чувашия».